Еще на взвешивании Фирдаус Зарипов, опытнейший боец, обозначил, кто будет доминантом в этом противостоянии. Всем своим видом таджикистанец показывал, что Владимир Алексеев для него станет не более чем легкой прогулкой. Фирдаус Зарипов против Владимира Алексеева! В дождливом Красноярске ко времени боя Зарипов-Алексеев выглянуло солнышко. Турнир AMC Fight Night 102 проходил в огромном спортивном комплексе имени легендарного борца Ивана Ярыгина. Поединок пересветовца вошел в топ-5 основного карда, и к нему было особое внимание как организаторов, так и зрителей. Поддержка у Зарипова огромная. Его болельщики заняли почти целый фанатский сектор. В углу Владимира Алексеева, чемпион мира по боевому самбо Николай Дакин из Кузнецка, его ульяновский тренер, мастер спорта по кикбоксингу Артур Дегтярев и руководитель клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре Ермонах Тихон. Представляющий спортивный клуб «Пересвет» из Ульяновска, Россия, вот он, Владимир Алексеев! Первая пятиминутка выдалась воистину валидольной. Как и ожидали, Зарипов начал доминировать в ринге и вскоре затащил Владимира в выгодный для себя партер. Несколько раз пересветовец оказывался буквально на грани поражения. В перерыве он получил ценные указания и во втором раунде уже начал диктовать свои условия в клетке. На первой минуте чуть не отправил таджикистанца в нокаут в стойке, а на последней сделал вот это. И тут всаживает удары на последней минуте. Владимир Алексеев крутится, вертится. Фирдаус Зарипов пытается уйти из-под обстрела. Но время еще есть. Вы посмотрите, что делает. Бомбит и бомбит. Просто вбивает удар за ударом. И все кончено. Да. В этом поединке выливает победа вот Владимира Алексеева. Владимир Алексеев. Вот, чумовой просто поединок. Невероятная победа. Очевидно, что в первом раунде выжил. Как ты это сделал? И победа просто потрясающая. Молодец. Да, было сложно. Ну, первый раунд всегда такой, можно сказать, разогревочный. Это уже третья победа в AMC Fight Night. Хотел бы также попросить боя за титул. Думаю, я уже достоин этого. По оценке многих экспертов, поединок Владимира Алексеева и Фирдауса Зарипова был лучшим боем на этом турнире. Пересветовец показал не только красочный поединок, но и силу духа. Это, безусловно, заметили и организаторы. И уже в ближайшие месяцы могут выполнить его просьбу и дать бой за титул чемпиона организации AMC Fight Nights. Ведь на их глазах зажглась еще одна звезда российского ММА из Ульяновска. Дмитрий Егорин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда. ТВ.